А вообще, в принципе, для терпежа, для, вот, для этого это колоссальная школа. Вообще, мамина школа была колоссальная. Ее гениальная фраза, вот я прихожу, жалуюсь, там, закрыли родню. Я уже взрослый человек. Родню закрыли, картину мою закрыли, родня. Я, на партсобрание меня вызвали, к парторгу. Сидит партийный комитет студии, обсуждают картину. Только появились диктофоны. Меня просили выйти. Я, можете, чтобы со мной сделали, если бы узнали, что я записываю партсобрание. Я под бумагой оставил диктофон. Они пообсуждали меня. Заходите, я зашел. Ну, мы примем решение, посмотрим все. И я так это все, как бы так вовремя, и ушел. Сел в машину, в «Жигуленок» свой, и включил. Я ехал на дачу и слушал, что про меня говорили коллеги. И меня так вот душило просто. Вот просто душило. И я помню, я подъезжаю к мосту, и жуткое черное такое грозовое небо. И только на Выславском, на церкви, сияет, вот прямо луч точно, прямо в крест. Я думаю, Господи, ну все, я приезжаю домой к маме, мама, это что-то страшное. Ну ты себе представить не можешь, мне дали 116 поправок. Это погубить картину, вот это я все и говорю, говорю, она сидит, вяжет. Я так выговорился, она говорит, ну значит, так надо, и все. Значит, ты представляешь, сколько за этим стоит? Тут и та свобода, доверие Богу, и смирение, и вера в то, что все равно будет нормально. Значит, так надо. Для чего надо? Ты понимаешь, колоссальная противоположность, но очень близких вопросов. А как жить? И зачем? Вот я ей задавал вопросы и говорил, жаловался, с позиции, как жить. Она сказала, значит, так надо, с позиции, зачем жить. Это, как тебе сказать, это потрясающая школа вот этого приостановки. Вот это очень связано с тем, что никогда не бери больше, чем, так сказать, вот это, да, понимаешь? Опа, 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 стоп, 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 стоп. А вот этот, знаешь, боже, сколько людей спилось от того, что... Я закрыли, все, в Дом кино, все, и несчастные люди, все знают, что его закрыли картину, он квасит, говорит, гады, что они делают, эти ублюдки, у меня... Ё-моё, ну да, вперед, ищи, работа, ищи. Двигайся. Как только ты начинаешь вокруг себя собирать, так сказать, сочувствующих, это тебя губит. Гениально сказал Шварценеггер. Слабых жалеют, ненависть и зависть нужно заслужить. Вот я заслужил. Это сказал Михалков. Это сказал Шварценеггер. Сейчас это сказал Михалков. Я надеюсь, что из нашего разговора зритель не сделает вывод, что самая большая ошибка вашей жизни – это то, что вы забыли воблу на столе. Это не самая большая ошибка, но очень хороший урок. Да. Он говорит о том, что если тебе принесли водку с пивом, и когда нельзя это делать, надо сразу выпить, чтобы а потом уже думать про воблу. Огромное спасибо. Я предпочитаю прийти на интервью абсолютно, так сказать, чистым, как лист. Тогда ты не становишься рабом сформулированных, так сказать, ответов. Поэтому, как спросили, так, учитывая, что качество ответа заключается вообще и зависит от качества вопроса, я очень к Жене отношусь с уважением, я люблю его, и мне всегда с ним интересно. Поэтому тут совершенно не важно, о чем говорить. Тут важно, как, опять же, мама говорила, не важно, что важно с кем. Поэтому я люблю к нему приходить и, так сказать, всегда знаю, что это, по крайней мере, мне будет интересно.